Здоров всем, ребята, с вами Рязан и Wizard Kier. Всем привет. Мы продолжаем играть Dying Light, проникли тут в офисы, где головорезы Райса обитают. Ну что, можем тут спрыгнуть? О, здорово, пацаны! Ой! Ух, нихрена себе я их уделал! Над, паскуда! Он еще живой? Нет, он уже откинулся. Так, я думаю, тут лучше огнестрел достать, потому что они стреляют. Они тут же тревогу подняли. Блин, классные офисы. Ребят, увидите, что это за здание. Первый раз вообще возле него бегал я в этой игре. И внутри тем более первый раз мы оказались. Может, тут дохрена лута классного есть, как думаешь? Ох, нихрена себе он. Ну, возможно. Стреляет в меня. Хотелось бы, конечно, увидеть в игре побольше огнестрела, там, калашников, еще что-то. Ну, хотя бы минимальный набор калашников с картом. Револьверов даже, по-моему, нет, да? Да. В основном идет акцент только на... холодное оружие в этой игре. Вон они бегают. Чувствую себя как в каком-то фильме «Матрица», что ли. Ой, еще появились. Ага, слышал. По-моему, они сверху, где? Снизу. Ну, ох, нихрена, вот... нихрена себе! Слушай, у меня проблемы. Сейчас бегу. Офигеть, они стреляют больно. Да ё-моё. Сейчас бегу. Да залезь наверх. Будь осторожен, здесь есть один. Ну или я его убил, не знаю. Вот ведь тварь. Итак. Все, задание выполнено. Все просто. Довольно-таки такой интересный офис. Небольшая перестрелочка такая. Мне нравится, как здесь стекла рассыпаются. Прикольно. Можно люстры сбить. Так, теперь у нас задание найдите Толгу и Фатина, но, блин, это в новом городе. Нам нафиг не надо, давайте другое. Давайте-ка... благовоние, это у нас сложность легко. Опять же, в трущобах. И сложность нормально. Пещеры ночью. И собрать грибы. Там будет какая-то царица ведьм. Ну, пойдем в старый город. Сейчас, подожди, где это у нас вообще? Точнее, не в старый город, а... там он называется, наоборот, новый город. Хотя мне кажется, здесь, наоборот, задание лучше, чем в том городе, согласись. Ну да, тут поинтереснее. Эх, что-то я выбраться не могу. Ладно, вот так сделаем. И как мы с тобой выйдем-то, алё? Все. Вот, все. Отлично. Нам с тобой нужно чем-то заняться в этом городе. Ну, типа, когда первый день выживания, было бы, конечно, интересно. А, слушай. Это, по-моему, еще не все. Или всё? Ну-ка. Все супер. Отправляйтесь в пещеру ночью и соберите все грибы. Ага. Сколько у нас время? Слушай, кстати, скоро ночь. Надо нам туда отправиться. Это у нас в другом городе. Нам надо переместиться туда. Так что побежали быстрей. А то, давай, блин, нам придется ночью через весь город переть. Это будет действительно сложно тогда. Да, наверное, задание будет похоже, как в этом, в Far Cry 3. А что там было? Ну, помнишь, в начале этот, собираешь грибы, чтобы спасти эту подругу? А, ну, возможно. Опять же, почему он называется Царица Ведьм? Может, там будет новый зомби какой-то? Ну, тоже возможно. Так, о! Эй, нихрена себе, я только посмотреть хотел, что ты ко мне кидаешься, придурок? Да пошел ты в жопу. Побежали, у нас мало времени. Вот ведь, блин, придурок.
Такой взял и камнем кинулся. Вообще офигел. Так, нам надо на самый верх залезть. Нифига себе, тут двери всякие прибили. Офигеть. Не люблю я на эту башню забираться, мне почти никогда не получается на нее забраться. Да иди за мной, я вот залез уже. Так. А, тут же где-то перемещение в другой город есть, точно. А там рядом с торговцем, по идее, должно быть. А где он? Чуть ниже, по-моему, да? Вот он. Все, я нашел. Ну, давайте отправляемся в башню. Сейчас, погоди, сколько там можно. Вот. Погнали. Итак, трущобы. И сейчас будем выполнять задание под названием «Царица ведьма». Еще есть несколько интересных заданий, наверное, в одиночке. Ну, не в одиночке, точнее. В игре. Что ты мне там предложишь? Аптечек у него нету? Нету. Всякие молоты у него. Но такое себе. У нас оружие гораздо лучше. Это точно. Так, давай-ка сходим к этому кладовщику. Я возьму у него аптечку. И это мне надо этот сдать. Набор. Да-да-да, точно. Все отлично. Все возьмем. Пригодится. Он выдает биту на 98 дэмэджа после прохождения игры. Чё ты какой-то жлоб. Так, вы можете создать новый предмет. Что ж я могу такого сделать? Давайте посмотрим. Так. Наверное, какую-нибудь аптечку или что-то типа того, да. Ну вот, опять же, аптечка. Всякие усилители. Ночного видения есть усилитель. Даже такой. Ну, давайте возьмем. Пригодится. Так, сколько у нас там по Москве время? 19:37. Уже темнеет. Он говорит, что мы возвращались, а мы наоборот только выходим. Слышь, можешь глянуть, у меня серп светится или нет? Ну-ка. Хера крутой, слушай, а как ты такой сделал? Ну я не знаю, купил серп и вкачал какой-то этот чертеж. Как можешь скину? Как чертеж называется? Сейчас, погоди, скажу. Может, у меня такой есть. Ядовитая жатка. Ядовитая. Не, у меня такого нет. Такого у меня нет, слушай. Крутой серп. Офигенно. Ну ладно, я сам потом. А как ты его заработал вообще? Где ты его нашел? О, я уже не помню. Я знаю, да, что здесь можно, чтобы оружие светились, я видел. Так вот где это, хрен его знает. Такс. Идем, ребятки, собирать грибочки. Такие, знаешь, бабушки, такие паркурщики прыгают. Опа. Мы, кстати, рядом уже. Мы уже пришли. Подожди, где тут вход? Может, здесь где-то? Нет. Ну-ка, судя по карте, где-то вход в пещеру должен быть. Это классно светится, блин, я тоже это хочу. Вот, наверное, под водой где-то, да. Вот тут, слушай, набор, кстати. Сейчас я его открою. Вот, отлично. Комплект аптечек, все по высшему уровню, погнали. Давай. Так, вход в темную область. О, глянь, тут террорист из Counter-Strike утонул. Слушай, тут зомби. О, ля, прикольная какая пещера. Они нас спалили. Ой, тут охотники, слышь? Ох, ё-моё. Выставляю его в фонарь. Сейчас, погоди. Вот, все. Давай на них свечу, ты бей.
все, уделали. Все. Офигеть. Так, а где грибочки-то сами? Тут, кстати, всякие сундучки. Наверное, так же, как с метеоритами надо. Да они, мне кажется, попроще. Подожди. Так, надо этих уродов залутать. Так, я сундук открыл. Вот они, грибы. Они на стенах растут. Все, спокойной ночи и удачи. Как мне нравится, когда он это говорит. Собирай, они вот на стенах растут. Я вижу. Так. Ну, сюда зомби не попадут, наверное. Если не умеют плавать. А, вот, слушай, тут еще можно вот так залезть. Офигеть. Смотри. Погоди, где ты? А, вон ты. Офига себе, круто. Так. Вот еще грибы. Поищи там оттуда все. Слушай, по-моему, мне становится немножко не по себе. Да, а, я тоже как... Чуть-то помутнел прям... немного. Ну, слушай, может, мы можем здесь выбраться? Нельзя. Чуть, походу, грибы немножко на нас влияют. Давай посмотрим, что тут есть. Там был какой-нибудь проход или нет? Да нет, вроде. Ну, под водой тут ничего нет. Типа... Охотники уже лазят. А здесь у нас что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да не, подожди, вот. Так, вот проход какой-то. А, ну тут типа вот так залазить, я понял. Ну, прикольно сделано. Ну ладно, давай выбираться из пещеры. Так, там уже ночь на дворе. Прощай, террорист, мы будем помнить тебя. У него такие глаза печальные. Обдолбанные. Так, ну-ка, я хочу попробовать вот это вот, то, что я изготовил. Усилитель выносливости. А почему... Где этот усилитель ночного видения? Ну или как он тут называется вообще? Фига себе, у меня налички, конечно, дофига. Так, усилитель ночного видения. Создать. И он у нас... Вот он. Мне нравится то, что нельзя прям из инвентаря, допустим, пить их. Надо вот так вот выбрать. Надо, да. Да, выбрать. Вот, выпить. Ну-ка, насколько сильно усиляет? Ну, типа... Типа я должен лучше видеться. Чё-то ничего, да? Чё-то какая-то хрень, да. Ну, это как всегда. Так, ладно. Нам нужно отнести теперь грибы. Давай осторожней. Не свети вот фонариком. Рядом тут. Я хочу немножко поприкалываться сейчас ночью. У меня серп как фонарик. Ну-ка, увидит он то, что я кину? А, гля, испугался. Смотри, смотри, как реагируют, смотрят. Они почему-то боятся. Ну, он же тоже фиолетовым светит. Да, надо будет таких закупить, они крутые, кстати. Реально классно светят, плюс еще и отгоняют их. Полезная штукенция. Определенно. Опа, опа, еще один. Твою мать. Как он тебя не спалил по твоему, блин... По твоему рекламному щитку, он реально ночью светит, посмотри как. Типа, эй, мы здесь, убейте нас. Безопасная зона. По-моему, одна из самых первых зон, которую я открыл в этой игре. О, мы дошли. Так, это здесь, походу, да? Ну да. Я думал, в башню надо будет бежать. Так, и где он? А, все, я понял. Вот.
Держи свои грибы, наркоман. Где он тут у нас? А, это баба вообще. This tincture will give you some ability to be among the immortui. It will not last long, and it may disturb your senses. Solutions of greater potency can be prepared, but they will require more powerful agents and greater risk. Now, you are ready to serve me. What do you want? From you? Why, nothing at all. I will never ask anything of you, runner. You may go about your business and do exactly as you think you should. A man of free will. But the truth is that you will always be doing my bidding. Even now, you are under my complete control. Так, грибное зелье Дали. Давай. I'll summon you again when the time comes. Я призову тебя, когда наступит нужный час. А, во, опять же. Лол, что это было? Это щит мой. Она такая, типа, ты теперь мой. Слушай. Фига себе у нее, конечно, супчик. Просто топовый. Так, ну, а примерно чё? Такой готовят в школьной столовке, так что нормально. Мы привыкли такое есть. Слушай, она нам дала какое-то зелье. Что это такое вообще? Где это оно у нас? Тек-тек-тек. Я же взял. Я его тоже. Так что-то я не вижу. Где зелье? Вот, грибное зелье. Гадость. А его... Его даже пить нельзя. Слушай, с ним вообще хоть что-то можно делать? Там чертеж еще есть. Может, его надо использовать, типа? Вот. А, нам нужно собрать. Нам нужен еще алкоголь, слышишь? У меня есть. Ну, давай. Чё-то как хрень. Сброси, да? Давай, да, скинь мне парочку. Пацаны бухают. Да вот, снизу. Да я вижу. Так-с, грибное зелье. Ну вот же, оно у меня лежит. Почему я не могу ничего с ним делать? Как-то странно. Может, его вообще, типа, противопоказано пить? Давайте создадим. Может, что-то изменится. Да нет, ни хрена. Ничего с ним нельзя делать. Только слот занимает. Давай в сумочку скинем. Авось пригодится, это говно. Так. Одежды новые пока не добавили. Жалко. У меня тут, кстати, в хранилище тут оружие Тахира лежит, экспалибур сломанный. Да, помню, было время. Всякие трубки. И сюрикены валяются тут. Так, где это? Вот, вот эта фигня. Положить в хранилище. Можно еще положить. Ритуальный, так. Великолепная катана на 2000 дэмэджа. Это, конечно, вообще жесть. Курок мачете положим. Вот две кошки у меня зачем-то. Смысл от двух сразу. Так, а где торговец? Вот он. Подожди, вулкан какой-то. Не, не подходи к нему, не надо. Так, я тебе хочу что-то продать. Давайте ему продадим... Вот эти вот все ценности. А, тут есть быстрая продажа. Удобненько. Фига себе ты зомбарей приманиваешь. Да я одну гранату решил испробовать. Что за граната? Электрическая. Кстати, насчет вот этого предыдущего кальяна-пистолета мы еще не разобрались, что с ним делать. Ну, мы типа сразу играем, ребят, поэтому пока еще не знаем. Тякс, ну, в общем, у них тут симпатичненько. На базаре этом. Ой, фу. Чё они вот делали с этими зомбарями? Зачем? Где? Да вот тут. Ого. Головы тут висят. Ну, короче, развлекаются, пацаны. Так.
Найдите Толгу и Фатина на крючках. Задание. Ну, давайте его еще сделаем. Задание быстро выполняется. Оно рядом. Да, ну очень рядом. Здорово. Пойди, как ты залез. По-моему, они близнецы. Да, они близнецы. Реально похоже. Ага. Are you Tolga and Fatin? Yes. How did you surmise that? Who cares how his ape brain processes information? We have a job for him. Quite right, Tolga. Remember, simple words only. Don't confuse him. We need to move some equipment across town. Ой, господи, так еще разговаривают. How heavy? Too heavy for you, Simian Beast. Instead, we will propel it across the sky using heavy gauge zip lines. A brilliant idea, don't you think? That was my idea. No, it wasn't. Just tell me what you need. Well, hooks, obviously. How else can we hang the equipment off the lines? You will find them at the train yard warehouses. Does he know what a warehouse is? Probably not. Look it up, but be quick about it. This project is far more important than anything your proto-human cranial cogitator is capable of understanding. And don't try to figure out what it is. Oh, heavens, no! You'd give yourself an aneurysm. Ой, тоже мне зазнавшиеся. Люди нашлись. Так, тут еще несколько заданий от Курта. Еще одно задание будет. Ну ладно. Пойдем это сделаем. Ищите крючья на складе. Возле ЖД. Ну, веселая ночка нам предстоит. Хотя, слышь, подожди, давай я возьму задание. А то у нас уже заканчивается задание, ребят. Да тут вот есть. Но мы не будем брать нормальные, будем брать только тяжелые задания. Курт, иди ко мне. Что нам предложит? Джафар какой-то. Ладно, сейчас мы возьмем, потом посмотрим, что за задание. Может быть, от них отказаться. Саид. Yeah, sure. Let's try that. Calming down will work. Какой он дерганый. Calming down will solve everything. Oh. No, walking away from you will solve everything. Okay, okay, hang on. I'm chill, bro. So, I make these flares for Rise, right? Wait, flares? Like signal flares? No, no, UV flares. Like flares that the Night Things can't stand because they put out this UV, which stands for ultraviolet, which is like kind of a science thing. I got it. UV flares. Continue. There is no continue. My zinc is contaminated with fluorine. It's useless. Also, I'm out of turpentine, which isn't that hard to find. Except everything's hard to find right now. So when Rice's people come for their merchandise... Oh! Is he using people now? I thought he only used hired psychopathic gorillas. What do you need to make these things? Just zinc and turpentine, bro. I got the rest. Worst part is everything I need is in the train yard warehouses. But a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. Well, I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. Oh, that's very funny. Haha, very funny, funny man. Look, maybe I'll get your supplies, but if I do... Whatever you can make out of them, I take half. Half? No way! You're freaking nuts, bro! Look, you can give me half of something, or you can keep 100% of nothing. Half it is. It seems fair. Так, слушай, круто. Крутые ракеты можем получить, которые убивают ночных охотников просто очень легко. И, кстати, опять же, из плюсов, это задание рядом с тем, куда мы сейчас идем. Вот, смотри. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Так. Идите в ангар. Да, все рядом. Погнали. Два задания сразу. Давай постараемся без натыкания на ночных охотников. Ой-ой-ой-ой. Так. Все нормально, пробежали. Тут еще один. А может наверх вот так залезть? Вон ангар прям. Так. Все, можно внутрь попасть. С крыши. Я не помню, внутри есть. Ой! Ни хрена себе!
нормально. Чё, мочим зомбарей? Ой, тут сильный. Где? А. Сейчас ему поплохеет. Все. Отдыхай. Так, нам надо крючки. Так. Как они вообще выглядят? Ну, наверное, как мой серп. Что-то вроде этого. Так, только давай без стрельбы, чтобы сюда не набежали. Еще. А, они, может, в этом, в ящиках, не? Так, крючки на складе. Подожди, тут сундучок. Так, топорик на 246 дэмэджа. Ну, это такой себе. Может, они в коробках? Некоторые не ломаются почему-то. Надо все коробки разбить. Тише эти крючки-то, а. Смотри, смотри, смотри. Чё? Стоит прям за дверью. А, да, я видел. Нюхает, нюхает. Вот сволочь. Он как хищник. Ему что же надо питаться? Так, о. Нашел? Чертеж электробита. Нет, это не то, это что-то другое. Электробита. Электробита, да. Электробита. Так, где она у нас? Бейсбольная бита нужна мне. Чё-то какая-то хрень, где они? Может, под нами? Ну-ка, я наверх залезу, может. Или сверху где-то. А, так вот они, смотри. Где? Синие ящики надо искать, вот такие. Ага. Все. И я нашел еще один. Так, все, давай сейчас соседнее здание, подожди. Я сейчас переключу задание. Поджигатель. Где оно у нас? Вот, прям соседнее. Так, теперь ну, вылезти как-то надо. Что-то кошка не хочет цепляться. Тут, конечно, может, можно через дверь выйти. Ну, что-то очково, там охотники лазят. А как через дверь вылезть? Не знаю, здесь должна быть дверь, которая открывается по-любому. Хотя, что-то нету здесь такой двери. Не, ладно. Вот нам отсюда надо. Ну выходить. Вот и залез же. Так. Оба-на. Там охотник один бродит. А, вот, смотри, я хочешь придумал. Ну-ка, пробивается здесь стекло? Я думаю, нет. Эх, жалко. А, вон выход. Опс, нормально. Оба. Охотник по ангару ходит сверху. Как он сюда залез? А, тут автобус пробил, смотри. Забор. Так, ну пошли в соседний ангар. Тут уже все разваливается. Да, помню я этот ангар. Здесь же этот умер. Друга Рахим. Наш. Да, Рахим его звали. Рядом. Рахим, помним, любим, скорбим. Тут пацаны с катанами. Они охренели или что у них? Мачете какой-то. Ой-ой-ой, сколько их тут много. Слушай, стрельба, стрельба. Я провалился просто. Кто стреляет? Не я, я снизу вообще стою. Он откуда-то по мне стреляет, я его не вижу. Блин, по-моему, очень хреново. Потому что зомби проходят внутрь. А, все, вижу его. Все, давай здесь всех зомби убьем. Ого. Здесь зомби-качок. Он сейчас ударит по бочке. Отходи. Ну, бей же. Я хочу посмотреть, как ты загоришься, тварь. Давай. О, нет. Почти, почти. Надо его разозлить. О-о-о-о! Кажись, зря мы это сделали. Охренеть. Бомбануло. Вообще жесть. Надо будет его самого взорвать. Ладно, мы сейчас где-то рядом появимся, по идее.
А, ну да. Смотри, нам надо найти скипидар, пудру, скипидар. Ага, две пудры и один скипидар. Нормально. Погнали. Все это в этом ангаре будет. Ух, вообще жесть. Я не думал, что нас зарет. Я тоже не думал так, что будет. Не, ну как бы понятно, что мы получили бы дэмэдж, но не настолько, что мы умрем. Так, здесь эти хантеры. Быстрее, 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 внутрь. Бегу, бегу. Так. Все, людей здесь нет. Слышь, что там у тебя такое происходит? Ничего. Что это были за звуки, когда кто-то кого-то жрал? А, смотри, здесь чувак стоит. Опа. Отдыхай. Башку разбил. Блин, как же здесь в руке... Ой, в руке. В игре руки отрезаются, ноги. Такая жесть. Головы вообще нормально расчленка. О, гля-гля-гля. А, давай скинем. Он двигается. Слышь, а что-то он это не хочет. Он как-то двигался, но... Может, из-за того, что ты подошел, он начал шевелиться? Из-за этого. Возможно. Так, давай здесь... Опа, спрыгнем. Так. Здесь у нас аптечки. Давай. Ну, марля. Жалко. Придется аптечку делать. О! Nokia 3310. Нормально. Как раз. Ну, видимо, мы туда прыгнули. О, тут можно дверь открыть. А ты уже открыл. Да не, все туда. Смотри, так, здесь, возможно. А слушай, это не на улицу? Вот тварь. Тут надо искать, короче. Так. Ух. Пока мы с тобой еще не нашли циновку и скипидар. Я нашел скипидар. Отлично. Как он выглядит? В этом, в канистре. В белой был. Понятно. Так, циновка. Точнее, цинковая пудра. Наверное, мне кажется, она где-то в ангаре вот тут вот. Блин, тут нельзя пройти, почему? Значит, надо другие двери искать. Да не, я вылез. А, да? Угу. Ой, тут два хантера, как они попали сюда? Через крышу, наверное. Сейчас, погоди. Ой, упал. Так, ой, а второй где? Мочи их. Так, а тот, который бочку взорвал, походу он и сам себя бахнул. Чё-то какая-то лютая бочка получилась. Ну, видимо, там слишком много было взрывчатого вещества. Там была бочка, плюс еще внизу масло было. Короче, жесть. Так, мне кажется, в вагонах. Надо смотреть. Открываю вагоны. Да. Так, один вообще нельзя никак зайти. Смотрим здесь. Может, вот там с двух сторон надо открывать? Вот, я нашел. Они через крышу лезут, эти хантеры. Я понял. Короче, пудра эта, она в такой синей бочечке. Синяя бочка, так. Нашел. Все отлично. Два задания завершили. Пойдем к Саиду и к этим двум выежистым пацанам. Наверное, они еще зеленые, не повидали всего этого ужаса, через который мы прошли. Блин, как же нам тут вылезти, а? О, я бы вылез. Все, сейчас я тоже. О! А, блин, нельзя. Почему нельзя открыть? Вот. Отлично. Все, я тоже вылез. Все, погнали к ним. Погнали. Сколько там у нас? 3 часа ночи. Я обычно в это время в дотку катаю. Какой-то дым, посмотри. Откуда он идет? А там он горит, машина. А, наверное, туда. Фига себе, дыма много. Так, давай лучше здесь пройдем, внизу. А я уже по мосту пошел. Плохая идея.
Меня чуть зомби не спалил, охотник. На эстакаде тут полно зомбарей. Все, я прибежал. Я тоже. Так, ну что ж, давай сначала с Саидом. Мне интересно посмотреть, что он нам даст. Что за ракеты такие? О, yes, this is awesome. Saeed gets to live. This looks like the beginning of a beautiful... We're not friends. No, of course. My mistake. Associates. Not even that. Just tell me how you make them and I'll be on my way. Right. Okie dokie. Got it. Say no more. We have an understanding. This deal is done. Shut up, Saeed. Yes, sir. Так. И... Тут, наверное, видимо, чертеж должен лежать. Ты что-то брал, не? Да нет. Ну, а вот у него. Награда, да. Новая сборка. Ракеты Саида. Давайте посмотрим. Ракеты Саида. Они у нас в полезных вещах, наверное, будут, да? Или где? Видишь? Вот, ракеты Саида, я нашел. А где? В самом низу. А, все увидел. В чертежах. Для него нужна жестянка, химикат и домашний припас. В принципе, легко делать. Давайте посмотрим, что это за ракетки такие. По-моему, это вот эти как раз ракеты, которые у меня были, две штуки. Помнишь, да, я кидал? Это, наверное, они есть. Фиолетовым светились. Ну, их раньше нельзя было делать, я их находил только. А вот теперь, наверное, мы можем их делать. Сейчас давайте-ка еще создадим. Тогда УФ-фонарь нафиг не нужен, потому что ты их можешь накидать просто вокруг себя. 5 штук, допустим. И все. Тебе они не могут никак подойти. Так, давайте посмотрим. Покидаем парочку. Ну, сейчас я с этими поговорю, мудачками. I have your hooks. Incredible! We have underestimated him. Well, we can hardly be blamed for that. Look at him. Are we done? You're done. We have work to do. And when we're finished, we'll leave some zip lines up for you. Yes, we know how you primates like to swing from the vines. Типа по городу станет больше тросов. Ну, видимо, да. И теперь у нас задание благовония, найти лаванду. Ну, это легкое задание. Что тут еще есть, кстати? Там вот у мужика можно задание взять какое-то. Джафар. What are you doing here? Relax. I don't work for Rice. That was a one-time job, and it was all about protecting the tower. Look, I'm sorry. I mean it. Is that right? Мы у него деньги тогда отжимали, я помню. I was doing for Brecken. You can ask anyone on the tower if you don't believe me. So what do you got, Jafar? We have been picking up some of Rice's transmissions. One of his crews found something at the construction site, and they got very excited. They didn't say what it was, but they referred to bringing down the entire tower in one shot. Someone's got to find out what it is, and either confiscate it or destroy it. Well, I'm someone. Congratulations, the job is yours. Так, новая работка. We'll be in touch. Обязательно ее сделаем. Походу, связано со взрывчаткой. Да, что-то связано, да, со взрывчаточкой. Ну-ка, давай посмотрим, что за ракетки. Саида. Ну, типа, уже ночных охотников нету. Ну, просто кинем парочку штук. Так, вот она. Сейчас, секунду, ребят. Да отвалите вы. Короче, я кидаю. Да, они. Это они есть. Вот твари. Обычным зомбарям похрен на эти ракеты. А ночью будет прикольно. Ночью, да. Отгонять охотников вообще классно. Горят сюда. Они недолго. А, нет, это искать в телефоне, что-то думал. Я думал, задание. Думал, тебе позвонили, да? Да. Аля, тут хату открыть можно. Сейчас, погоди, взломаю. Ой, я их сделал. Я их хату открыл. Чё ты по чужим хатам лазишь? И чё тут у нас? О, блин, плакат. Нормальный такой. Ля, чё он ел? Какой-то парень тут, наверное, был. Ну, типа, это уже испортилось, наверное. Хотя...
Может, он реально что-то противное жрал. А у меня Nokia. Nokia! Nokia, это круто. Так, подожди. Блин, не получилось, хотел его столкнуть вниз. Тупые зомби. Это типичные, типа, обитатели ЖД путей. Бомжи ждут поезда. А как ты так делаешь? А это скилл такой есть. Ну, на что ты нажимаешь? Может, у меня вкачан? Как shift зажимаешь, когда бежишь, и на и E удерживаешь. На E? Да, удерживать надо. Не, у меня не вкачан. Не вкачан. Сейчас, подожди. Сейчас, еще раз. Не, у меня его нет. Так, прикрой меня, я прокачаюсь. Угу. Тебя там это пытаются жрать. Текс. Я соленый. Экстра усилитель. Усилители теперь обладают более длительным действием. Ну что ж, ребятки, я думаю, что пора заканчивать. Много чем интересным мы занимались в этом выпуске. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментарии нам различные подсказочки. Самое актуальное сейчас это, что мы нашли за пистолет кальян. Вот. Ну, это было в прошлом выпуске, кто не понял. Все, давайте. Любите, играйте в игры. Увидимся в следующих выпусках. Куда спрятался?